Привет, меня зовут Евгений Осейкин. Только что завершил обучение семинару «Телесные процессы. Быть собой» или «Твоя фишка». И хотел немножко рассказать об этих энергиях. Хотел позвать вас на свой следующий семинар. И, наверное, самый лучший способ приглашения будет как раз не говорить вам в общем про семинар, а рассказать вам, какие мы будем изучать энергии. Всего энергий 17, а одна бонусная, получается 18. Я выбрал рассказать про энергии 5, 6, 10, 17, 15, 16, 17. А энергия 5 называется энергия «Я здесь, я есть», и она включает нас в состояние глубокого присутствия. И в то же время она убирает все те точки зрения, все мировоззрения, все представления, которые мешают нам присутствовать, быть здесь и сейчас. Энергия 5 называется энергия «Я здесь, я есть». Энергия 6 называется шепот Вселенной. И она о том, как настроить себя, открыть свою антенну к многообразию форм Вселенной, к многообразию бытия Вселенной, к различным измерениям Вселенной и слышать их шепот. Опять же, она настраивает тебя на связь со Вселенной и одновременно убирает все то, что мешает тебе этим быть. Энергия 10, полет ястреба, и она о том, чтобы настроить твои приоритеты к тому, чтобы для тебя всегда было приоритетом быть собой. Все, что мешает тебе иметь этот приоритет как главный приоритет, оно убирает. Энергия номер 12. Энергия безграничного пространства. Она настраивает тебя на твоей безграничности, а одновременно она убирает все твои определения того, чем ты являешься, чтобы ты мог себя почувствовать и осознать, что ты безграничная сущность. Вот это были энергии 5, 6, 10, 12. И последние энергии 15, 16, 17, они больше настроены на то, чтобы ты мог с легкостью создавать себе цели и завершать эти цели. Энергия 15, готовность к прыжку. То есть представь себе, что у тебя есть какая-то цель, и чтобы начать вот это вот делать, какое-то новое начинание в жизни, тебе нужно собрать всю свою энергию. Собрать вместе всю свою энергию. Все свои знания, все свои умения, всю свою силу. И дать вот этому вот начинающий толчок. Вот генерирующий толчок. Вот сбор энергии для генерирующего толчка. Вот эта энергия. И когда мы делаем вот этот вот процесс номер 15, готовность к прыжку, мы как бы прокачиваем качество собирания энергии для того, чтобы начать генерировать что-то новое в своей жизни. Энергия 15, готовность к прыжку. Энергия 16, энергия дракона. Дракон – это тот, кто обладает очень большой мощью. При этом он очень гибкий, очень текучий и очень находчивый, и он видит выход из любых ситуаций, он может выйти из любых ситуаций. То есть не просто он может всегда прийти к цели, но он еще и никогда не будет ломиться к цели сквозь препятствия, а он будет искать наиболее благоприятный выход.
И всегда тот выход, который он будет находить, он будет более оптимальный, чем прямая проломная дорога. 16 энергии дракона. И 17 энергии короля. Энергия короля – это о том, чтобы всегда быть в состоянии триумфа от того, что ты есть, ты здесь, ты безграничная сущность, а наслаждаться своим величием. И независимо от того, что с тобой происходит в жизни. И это не значит, что ты находишься в заднице, и при этом ты все равно будешь сидеть радостно и наслаждаться, как дурачок. А это значит, что если ты одержал победу, ты будешь наслаждаться победой. А если ты не одержал победу, ты будешь наслаждаться тем, что ты приобрел в результате этого. Даже если кажется, что ты проиграл, ты все равно что-то приобрел. И это энергия короля. Итак, я вам рассказал про некоторые энергии этого семинара. А если то, что я вам говорю, позвало вас, если это вам интересно, следите за обновлением на моем сайте ruhappiness.com. Меня зовут Евгений Осейкин, и семинар называется «Телесные процессы быть собой. В чем твоя фишка?». Спросите у себя, если вам отзывается, и если вам интересно пройти курс по этим процессам, пройти трансформацию через эти телесные процессы, дайте мне знать. Я ВКонтакте, я в Фейсбуке, я в WhatsApp, я на интернете, меня очень легко найти. Спасибо за внимание. До новых встреч.